Вы смотрите новости онлайн. Алика Смехова появилась на программе «Давай поженимся». Фото со съемок актриса показала на своей странице в Инстаграм. Наконец-то добралась и до ТВ-шоу «Давай поженимся» с моей дорогой Ларисой Гузеевой. Я в группе новогодней поддержки и с сюрпризом. Эфир на последней неделе декабря. Будет весело. Подписала фотографию артистка. На снимке Алика Смехова позирует с Ларисой Гузеевой. И судя по кадру, для похода на шоу Первого канала актриса выбрала элегантное нежно-розовое платье, оголяющее одно плечо. Наряд расшит пайетками и сверкает на свету. В свою очередь ведущая программы предстала в повседневном брючном костюме с белой блузкой. При этом пиджак просто висит на постраневшей Гузеевой. Гузеева выглядела менее эффектно, чем ее подруга. Кроме того, на фоне невзрачной ведущей 49-летняя Алика кажется даже моложе своих лет. Это тут же подметили поклонники Смеховой. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки, пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет много захватывающего и интересного. До новых встреч!